Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас пюрешка, да? И котлеты, да? Да, вот такие у нас котлеты. Котлеты у нас домашние. Перекусим. Пюрешка тоже домашняя. Пюрешка тоже, да? Салатик такой. Получается перец, здесь кукуруза и капуста. Тебе дать салат? Нет? Нет. Ты уже ел, да, немного? Я уже трохи цієї картошки їв. Поел. Короче, у нас света нету. Возможно, не то качество видео, да? Котлета текает от меня. Ну, вкусно. Люблю котлеты. А ты какие больше котлеты любишь, Боня? Домашние. Ну, я имею в виду рыбные там или вот такие, типа... Вот такие я люблю. Я их еще не пробовала, но я их люблю. С Бодиком собирались посмотреть фильм. Нет, не можем. Называется «Изо всех сил», да? Кстати, очень старый фильм. Про Сильвестра Сталлоне. Понятно, что. Как типа фильм называется? «Изо всех сил», там про борьбу на руках. Понятно, что «Изо всех сил», бо мужики ще зі всієї сили хочуть перемогти. Не, ну да, там борються на руках. Зі всієї сили. Очень такой старый фильм, зато прикольный. Я думаю, кому знаком этот фильм? Кто смотрел фильм про Сильвестра Сталлоне, изо всех сил напишите в комментариях. Я его смотрел уже несколько раз. Ты что, уже и частины дивился, да? Один не по частинам, да, один не один фильм. Ну, все одна частина. Тут не сцена сериала, а фильм, будем так сказать. В данном фильме там только одна частина, там не частина, просто один фильм. Кушай на тарелке, пожалуйста, сейчас подай котлеты на руки. Пюрешка такое блюдо, что особо не надо еда. Ну как? Если оно только приготовлено, да? Ну, оно только приготовлено, оно уже давно приготовлено. Не, ну, оно же теплое, оно же не холодное. Котлета, то точно тепло. Ну и пюре тоже я ем теплое. Пардон. Ноги подвинь на тарелку кушать. А макарьи в котлеты, картошку чинишь? Я не знаю. Бо я не їм на котлеты, на картошку. Ти у тебе перша, не знаєш? Ну я наївся. Ти наївся? Став тарілку. Тобі запить дати? Всем приятного аппетита.
Богданчик уже по мужскому катету есть. Целиком, да? Угу. Нормально все? Угу. Сосредоточены. Погода у нас такая особо. Как говорится, из дома выходить никуда не хочется, да? Фух. Вчера не выходил. Ну, вчера туда. Надо кофеечка. А, кофе. Кофе не сделай бы, нема этого. Нема света. Всем, ребята, пока. До Папа. Новых встреч. Ну, а. Там... А ты помнишь, что там же в термосах тепленькая вода? Та вода для кофе не годится в термосе. Она должна кипяток быть, чтобы кофе растворилось. Поэтому всем пока.